Что касается свидетелей Богданова, Горника и Кедин, вообще мы возражаем по следующим основаниям. Ни один из указанных свидетелей не располагает сведениями как о причастности подсудимых к совершению преступлений, так и не приводит обстоятельств, которые в силу уголовного процессуального законодательства можно расценивать как их алиби и как обстоятельства, свидетельствующие о их непричастности. Те же сведения, которые данные лица сообщали, ну, в частности, о ходе арбитражных споров между ними в Хабаровске и индивидуальным предпринимателем Зоре, все обстоятельства, почему, о которых они сообщали, уже приведены по присяжным заседателям, они известны, и изданы доказательства, которые были исследованы ранее, как из показаний свидетелей, потерпевших, так и из письменных материалов дела, а также исследованных вещественных доказательств. С учетом, опять же, такого принципа, как разумные сроки судопроизводства, достаточно доказательств, и тех моментов, которые я уже озвучил ранее, мы полагаем, что оснований для активного допроса не имеется. И к чему, кроме как бы затягивания процесса, это не приведет. Извините, пожалуйста, чтобы не затягивать наш процесс, как справедливо сказал товарищ прокурор, и чтобы нам не обращаться к тем же ходатайствам, но уже с мотивацией, это незаконное требование со стороны прокуратуры, я хотел бы очень кратко пояснить, вот, в связи с чем мы вызываем тех или иных лиц и документы предъявляем. Ваша честь, я буквально 2 минуты ваших займу. Речь идет о том, что все свидетели, которые мы предлагаем вызвать в судебное заседание, они были допрошены на предварительном средстве. Обращаю ваше внимание на то, что их допрашивал следователь. Не адвокат, а именно следователь. Допрашивал их зачастую непрофессионально, не задавая необходимых вопросов, не сравнивая противоречия, которые были даны в показаниях, и так далее. Поэтому речь идет о том, что у нас вообще нет свидетелей, которые бы устанавливали алиби, опровергали это алиби и так далее. Общее замечание в отношении представителей обвинения заключается в том, что все документы, о которых говорилось, и все свидетели, или, допустим, оглашение каких-то документов, они были, не полностью оглашены. Не обращалось внимания присяжных заседателей на отдельные факты, которые... Высвечивание на экран документов, это абсолютно еще не означает, что присяжным заседателям было предъявлено доказательство. Это не означает. Означает предъявлено только то, на что обратила внимание, допустим, сторона обвинения или сторона защиты. А просто высвечивание мы можем все 84 тома высветить и на этом закончить исследование доказательств. И пусть присяжные сами там читают, разбирают и так далее. Это нарушение принципиальных положений. Следующий момент. Мы продолжаем настаивать на вызове и Веселкова Николая Владимировича только в то время, когда мы предъявим вещественные доказательства. Потому что ему не задавались вопросы по целому ряду доказательств. Аргумент стороны защиты, что мы имели возможность задать все необходимые вопросы по оглашенным документам, в частности, по решениям арбитражного суда, но абсолютно не состоит. Идет стадия предъявления доказательств со стороны обвинений. Они предъявляли документ в том виде, в каком хотели. Они обращали внимание на те или иные детали этого документа. И обязывать сторону защиты тут же задавать свои вопросы по всем документам. Но это не основано просто на закон. Мы хотим также предъявить уважаемым присяжным заседателям документ, обратить внимание на те или иные обстоятельства. И как справедливо было замечено на прежнем заседании, у нас этот мозг не отвечает требованиям
компьютера Pentium 5. Понимаете? Поэтому, если сторона обвинения предъявляет живой документ и начинает объяснять что-то со своей позиции, а нас принуждает к тому, чтобы мы предъявили документы, а присяжные по памяти вспоминали, а что было там 22 июля 22 года, оказывается, был предъявлен документ какой-то. Это абсолютное неравенство перед законом, который требует, что стороны должны обладать равными правами. И никакого затягивания, уважаемого судебного, ваша честь, нашего судебного разбирательства не происходит. И позиция обвинения противоречит положениям Конституционного суда Российской Федерации, которая подтверждена Верховным судом Российской Федерации, о том, что подзащитный, подсудимый, обвиняемый вправе выдвигать и доказывать версии, которые говорят о том, что то или иное преступление совершило другое лицо. Прозвучала такая фраза, что нельзя доказывать свидетелей от стороны защиты, потому что это нарушит как-то наши права. Ухудшит наши права. Я считаю, что это абсолютно не соответствует закону. И я настаиваю на том, чтобы все-таки у нас в суде соблюдался закон. И свидетель со стороны защиты должны быть допрошены. Ваша честь, я привожу несколько примеров. Есть очевидец, который допрошен органами предварительного следствия, и который заявляет, что он видел, как кидали гранаты, кто кидал гранату, как люди эти выглядели и так далее, и так далее. Чему-то запрещает этого свидетеля. Есть два свидетеля, которые утверждают, что они видели само преступление по отношению к Глории. Они видели сотрудников полиции. Мало того, что они видели сотрудников полиции на месте убийства, они еще и были допрошены этими сотрудниками. На следующий день их забрали из дома и еще раз допросили. И эти сотрудники полиции, извините, являются сотрудниками Пешина. Что Пешин категорически отвергал. Есть свидетели, которые заявляют, что их допрашивал, подчеркиваю, допрашивал лично Пешин, еще с одним человеком, на следующий день после совершения преступления. Их тоже запрещают называть, говоря, а какое это имеет значение. Но ведь Пешин заявлял, что он узнал об этих преступлениях исключительно из рапорта. Ваша честь, я не буду перечислять дальше. Когда говорят, что нельзя вызывать Петрюкова, потому что мы задали все ему вопросы, ваша честь, мы вынуждены были задать вопрос только в рамках исследованных документов. А что делать с другими документами, которые мы сейчас исследуем? И мы не можем задать вопросы Петрюкову. Ваша честь, здесь говорилось о Зоре Ларисе Михайловне. Но ведь действительно, когда я попросил зачитать все показания, лично высказать в руках наступит время, тогда, когда будете представлять доказательства, тогда и зачитывать. Ваша честь, преследование документов, подчеркиваю, преследование документов. Вами были запрещены все вопросы со стороны защиты по отношению к подсудимому. Мотивируя это тем, что в данный момент сторона обвинения предъявляет свои доказательства. Лично ваши слова, вот когда наступит время предоставления доказательств, тогда, пожалуйста, ваши адвокаты будут вам задавать вопросы, что это значит и почему это происходит. Ваша честь, я настаиваю на том, что процесс должен быть законным. Процесс должен быть, кроме законов, справедливым.
Это ваш эффект непростой процесс. Этот процесс имеет очень серьезные последствия, в том числе и политического характера. И вот так вот подходить к вещам, когда говорят, а зачем стороне, а зачем обвиняемым нужны свидетели защиты, они же могут нанести вред, ваша честь. Прежде всего, мы здесь собрали не для того, чтобы рассуждать, сколько мы принесем вред, а мы здесь собрали для того, чтобы выяснить истину. Мне все равно. Почему? Потому что я знаю, что я не виновен, и никакие показания свидетелей защиты не могут принести мне вред, если они являются правдивыми. Но когда сторона обвинения приводила таких свидетелей, как Каша и всех остальных, которые вообще не имеют никакого отношения к уголовному делу, которые вообще могли только сказать, начиная с 2007-2008 года, когда уже преступление произошло, тем не менее мы же терпели, мы слушали, и вы разрешали говорить и за 2014 год, и за 2010 год, и про поджоги крана, и про горение каких-то домов, и вы говорили, а вдруг это каким-то образом понадобится потом в стороне обвинения. Так почему же вы нам запрещаете сегодня свидетели стороны защиты, которые, подчеркиваю, были допрошены, их показания занесены в уголовное дело, на основании их показаний арестованные люди сидят сегодня в СИЗО, речь идет об особо тяжких преступлениях, речь идет о немыслимых сроках, заключение. И вдруг мы говорим, а зачем нужны свидетели, а зачем нужны доказательства на метрах ребят? Мне, ваша честь, не я. Вот почему-то прокуратура может комментировать показания свидетелей, которых мы не допросили вот здесь вот 30-х. Но уже сегодня прокуратура заявляет, что она достаточно того, что они говорили на предварительном следствии. Тогда ваша честь, я вынужден сказать противоречие. Митрюков, например, на предварительных следствиях давал 13 разных показаний. Митрюков прошел 4 очные ставки, на которых он давал совершенно другие показания, не те, которые он давал на перед судом присяжных. И мы помним, как вы сказали прокурорами, что все его показания, которые он давал раньше, все эти очные ставки, которые проходили абсолютно на законных основаниях, с адвокатами, там, со всеми вещами, не имеет никакого значения, потому что он находится на ДГС. А уж заявление, что свидетель первый говорит правду, потому что он давал подписку об ответственности за дачу показания, не выдержит вообще никакой критики. Ну просто никакой критики. И все-таки прошу вас, я думаю, что вы достаточно наговорили в операции, разрешить нам, ну хоть в какой-то мере, иметь возможность защитить себя, понимая, что, в общем, ваша я считаю, что все-таки документы нужно рассмотреть, а свидетели необходимо вызвать. И, по-моему, даже обсуждать вопрос, выбрал свидетеля защиты, но он с моей точки не должен даже здесь подниматься. Это должно быть решено, потому что иначе просто не может быть. Мы просто попробуем. Мы не зацепляем. Мы находимся в областном суде, где есть уполномоченная граница, обвинение, защита, судья, естественно. Я уверен, что вы не пойдете на такое грубое нарушение закона, потому что оно нужно. Иначе просто теряется вера вообще в наше государство. Вот это запускать нельзя вообще. Что у вас? Да. Что у вас? Отлично. Пожалуйста, Константин Борисович, готовы давать показания? Вам кто-то снял статью 51 Конституции о том, что вы не обязаны следить в профессиональном государстве. Если вы желаете давать показания, то разъясняю вам, что ваши показания могут быть использованы в качестве доказательства уголовного дела, даже в случае отказа. Вам это понятно? Да.
Пожалуйста, готовы? Рукосопаш, можно? Да, спасибо вообще. Да, скажите, пожалуйста, где вы работали в 2004-2005 год? И кем? Где вы работали? 2004-2005 год. Я работал много где, но в том числе в личной охране Матвеева. А так занимался в основном юридической деятельностью, такой как открытие ООО, получение лицензии строительных для осуществления строительной деятельности. Всякой бумажной работы. Скажите, а вот вы сказали личная охрана. Вы что, были телохранителем или в сопровождении работали? Сопровождение. Правильно ли я вас понимаю, что вы не были доверенным лицом этого человека? Нет. Вы в этом зале обозреваете. И вы только в начале порядок. Пожалуйста, Кузьмин, еще раз. Мы в этом зале обозревали фотографии с вашей свадьбы, допрашивали. Предъявляли фотографию Аникевичу и Баталову. И они узнали на этой фотографии, помимо вас, Балако Дусю, Давыбеду Беду, Рому Гуся, Сергея Сорвич и Годзилу. Вы подтверждаете, что это следующие люди? Я подтверждаю. Ваши день. Отсутствие лгал, не нарушайте порядок. Вам нравится замечание. Иди расплатовывай! Отсудимый курган, нарушайте порядок! Что? Не совсем понятно. Да я это понимаю. Ну, начинает... Отсудимый курган! Вообще ничего не слышал. Отсудимый курган! Прокурор, вопрос, честно говоря, даже не расслышал. Ну, мы вот вынуждены вообще работать в таких условиях, что я ничего не слышу, сидя рядом со своим коллегой. Он так кричит, подсудимый, что это просто неведомо. Отсудимый курган! Вы не расслышали? Значит, я спросил, подтверждает ли подсудимый то, что на фотографиях изображены работники Тимофеева, и назвал их по фамилии, и подсудимый... Не по фамилии, это звали! Подсудимый Тимофеев! Балатко, Гуся, Давыбеда, Беда, Рома Гусь, Сергей Совесть и Годзилла. И подсудимый подтвердил... Сергей Совесть, это фамилия! Подсудимый Тимофеев, нарушайте порядок! По фамилии называйте! Подсудимый Ковелев, не нарушайте порядок. Выносится на обсуждение вопрос об удалении подсудимых Кургала Сергея Ивановича и Карепова Андрея Вадимовича до конца судебных прений. Пожалуйста, не участник, не прикорр. Ваша честь. Мы абсолютно согласны с подобной мерой процессуальной, поскольку вы уже здесь все слышали. Самые грязные нецензурные оскорбления в адрес участников процесса слышали. Проклятие. В худшем стиле, знаете, киношная цыганщина, слышали? Угрозы слышали? Что мы еще ждем? Какие угрозы? Поясните, пожалуйста. Адвокат Раевский, он говорит, замечательный участников процесса. Адвокат Раевский, не нарушайте порядок, сядьте. Я прошу только... Присядьте. Поэтому... Вы что, присядьте, по сути, адвокат Раевский. Подобные дифирамбы не рассказывают, поют. Значит, подобное поведение, ваша честь, оно переходит все границы. Я полагаю, меры процессуальные не просто назрели, они перезрели. И нам непонятно, почему они не приняты до настоящего момента. А всех удалите! Всех удалите отсюда! Учитывая систематическое нарушение порядка в зале судебного заседания подсудимым Кургалу и подсудимым Карепову, руководство статьей 158 УПК Российской Федерации, согласно части 1, хочу, так сказать, чтобы все услышали, при нарушении порядка судебного заседания
неподчинение распоряжения председателя сущего? Или сотрудникам органов принудительного исполнения? Либо присутствующие в зале судебного заседания предупреждаются о недопустимости такого поведения, либо удаляется из зала судебного заседания, либо на него налагается денежное взыскание по установленной статье 218-218 Следующий кодекс. Часть 2, кстати, 258 предусматривает, при неподчинении обвинителя или защитника распоряжения председателя сущего, слушание уголовного дела по определению постановления суда может быть отложено, если не представляется возможно без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновременно суд сообщает об этом вышестоящему прокурору и на отказ в палате соответствия. И часть 3, 258 статьи ПК. Посудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания 32-го. При этом ему должны быть предоставлены право на последнее слово, приговор в этом случае должен провозглашаться в его присутствии или обязаться ему по расписку немедленно после провозглашения. Теперь хотелось бы отметить, напомнить участникам процесса следующее. На протяжении всего судебного следствия подсудимый Фургал систематически нарушал порядок в зале судебного заседания. В каждом судебном заседании ему по несколько раз, десятки, а то и несколько десятков раз объявлялось замечание. И подсудимому Корекову многократно, пусть не в каждом судебном заседании, также объявляли замечание за нарушение порядка в зале судебного заседания. И до первого удаления подсудимого Корекова подсудимым было разъяснено о недопустимости подобного поведения, нарушения порядка в зале судебного заседания. И что это может повлечь за собой удаление из зала судебного заседания. И в сегодняшнем судебном заседании, в первой половине дня, адвокат Сарбаш, если вы не услышали, то персонально подсудимому Фургалу объявлялось о том, что о недопустимости нарушения порядка в зале судебного заседания. И за что может последовать удаление. Но учитывая, что порядок судебного заседания был нарушен во время допроса подсудимого Полея, которому непосредственно задавались вопросы, но почему-то реагировал на это так остро, так эмоционально, не подсудимый Полей, а именно подсудимый Фургал и Корепов нарушали порядок в зале судебного заседания. В связи с чем постановляют удалить подсудимых Фургала и Корекова зала судебного заседания до конца судебного приема.